4 цели. Даю добро. Поджарьте их. Понял, огонь. Продолжайте. Сегодня в сеть утекло видео, на котором явно видно, как американский военный вертолет ведет огонь по безоружным репортерам. 12 миллионов видели этот ролик. Это уже не просто какой-то веб-сайт. У них есть цель? Правда, справедливость, американские ценности. Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от своего имени. Но дайте ему маску, и он расскажет всю правду. Два человека и тайна. Начало любого заговора. Больше людей, больше тайн. Но если найдется человек с высокими моральными принципами, разоблачитель, который раскроет эти тайны, он будет способен свергнуть самые сильные и репрессивные режимы. Этот банк прячет миллиарды на офшорных счетах. Будем топить гадов. Глава богатейшего банка Исландии обвинен в мошенничестве. Мы уволили руководство банка? Да. Это ж нереально. Смелость – заразная штука. Белый дом признал утечку более 90 тысяч военных документов. В этих файлах данные на сотни информаторов. Их жизни под угрозой. Мне нужны имена осведомителей, которые пострадают, если это обнародуют. Они начали охоту. Нужно все выкладывать. Это крупнейшая утечка секретных данных в истории. Guardian, New York Times, они все на твоей стороне. Это изменит все. Он не журналист, он угроза национальной безопасности. Это битва за выживание. На карте жизни! И они важнее гражданских жертв этих конфликтов. Будь у нас вы тогда, Берлинская стена пала бы намного раньше. Мы на пороге международного кризиса. Если это делать, то делать сейчас. У вас 5 секунд! Что происходит? 5 секунд! Ты просто эгоист, ты лжешь в угоду своим амбициям! Это информация, которую мир должен знать! Раздавите этих выскочек. Он сам вырыл себе могилу. Хотите знать правду? Докопайтесь до нее сами. Они боятся лишь одного. Вас.